Преимущество проведения комплексной экспертизы. На эту тему прошла встреча в областном акимате. Посредством видеоконференц-связи на селекторном совещании присутствовали руководители отделов строительства, ЖКХ и проектной организации. Заместитель генерального директора РГП госэкспертиза Куандык Кашкенов рассказал присутствующим о внесенных изменениях и дополнениях в экологический кодекс Казахстана. Со вступлением в силу вышеуказанного закона Республики Казахстан прием заявок на государственную экологическую экспертизу и эмиссии будут осуществляться посредством единого портала, и в рамках 45 рабочих дней будет происходить и проведение государственной экспертизы, и заключение экологов плюс разрешение на эмиссии. Тем самым принципы одного окна расширяются. Весь процесс проведения комплексной вневедомственной экспертизы оцифрован и автоматизирован. Теперь заказчик, направив через единый портал необходимую проектно-сметную документацию, которая соответствует по первой категории, будет рассматриваться комитетами экологии и его территориальным подразделением. Для второй, третьей, четвертой категории экспертиза будет по части экологии проводиться аттестованной экспертами РГП госэкспертизы.